Внимание, нужна помощь. Хорошая работа. Всем удачи и 7 футов под килем. Вас понял, готов помочь. Активирован автопилот. Обнаружены силы противника. Уничтожен.
Силы, держите огнем!
силы противника на горизонте. Противника получила преимущество. Активирован автопилот. Крейсер уничтожен.
Наша команда получила преимущество. Thank you.
Все-таки дерьмо здесь, ебало. Торпеды справа по борту. Активирован автопилот. Обнаружены силы противника. Принял, работаю. Thank you.
Союзники, окажите помощь. Вас понял, готов помочь. Точка.
зомби, ища кайф в дерьме. Кто ваши кумиры? Новые поп-звезды. Или бред искусства? Назовете вы Thank you.
Превратился в миг, и горел погребальным костром закат, и волками смотрели облаков.
без снаряжения.
Я чего ждать, садятся.
с него не сводит глаз. И молча льет в подушку слезы. И пишет строчки о любви. И тут же жжет. Она еще не поняла. Она еще вполне серьезна. Надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты. Thank you.
stop. Ich hab Langeweile, keiner mehr Bock auf Gift besoffen, feier so ist das hier im Block. Tag ein, Tag aus, halt mir zwei Finger an den Kopf und mach Bang, 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 Bang. Alle haben den Job. Ich hab Langeweile, keiner mehr Bock auf Gift besoffen, feier so ist das hier im Block. Tag ein, Tag aus, halt mir zwei Finger an den Kopf und mach Bang, 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 Bang. Please allow me to introduce myself. I'm a man who will and takes. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. I made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it. Алло, бро. Алло, алло, привет. Как делишки? Нормально. Все, заходи, пароль один, разок хоть сгоняем. Я тут все один сегодня туплю никого. Ну не, есть кто-то там. Не, я сегодня весь день был, ты бы там написал. А, как? Да, я забыл скайп включить. А ты не стримил? Стримил? Что, с утра, по-моему, и то немного. Не, я вчера, ну... помню, до конца сидел, а сегодня... Ну, у нас разница времени, я, наверное, пораньше просто начал. Ну, просто с утра не... нет никого. Ну да, да, да. А этот Брежнев-то не подойдет? Я понятия не имею. Он с того момента ливнул, и я как бы не видел его больше. Я, короче, что, насчет компашки договориться, какие-то мысли есть? Компашка. Ну... я не знаю, как... Ну, то есть я не разбираюсь в онлайн-компании в этом. Ты если что-то посоветуешь хорошее, ну, я нет, буду я рад. Я предлагаю друг с другом нам сыграть на легком уровне. Если на сложном, там как бы компьютер может нас вынести, неинтересно как бы. Ну, то есть кто кого мочканет друг друга. И там есть такая опция, допустим, можно играть за компьютер. Вот когда играют за сетевую компанию, иногда договариваются играть за компьютер, иногда нет. Я вот не знаю. Если договариваться, допустим, играть за компьютер, то, конечно, будет сложно, как пиздец. В общем, вот хотел твои мысли услышать. Я на самом деле не знаю. Я вот не совсем как бы в курсе, за кого играть. Ну, надо подумать. Там, тут, конечно, сложные фракции все разные, как бы. Ну что, ну, допустим, там, конечно, сильный Восточный Рим там. Кстати, у тебя же есть эти скандинавы. Там можно, допустим, поугарать короткую кампанию, сыграть с скандинавами, они рядом же там. Ну так, для разминочки когда-нибудь, сегодня-завтра. Сегодня, ну, надо мне сходить, приду. В общем, предлагаю сначала короткую сыграть, а потом уже какую-нибудь там поглобальней, чтобы, ну, с развитием, тыры-пыры. Если короткую играть, ее можно там день-два там... Как-то было дело, играли. Ну понял, кем-нибудь, кто близко. Ну да, вот там, допустим, у тебя же скандинавские-то, господи, эти викинги, там вот юты все есть же. Они рядом, да, там? Да, и, вроде есть. Юты есть там. Ну есть еще всякие каледонцы, но они говно там, вот эти в Англии. Мне кажется, не говно такое. Я на самом деле пытался играть компанию вот в соло один за другие нации, да? И... Да-да, мне... ты будешь стримить компашку? Я тоже хочу посмотреть, как тебе компашку на легендарке, да, или как там? Это интересно. Я, ну, я просто сегодня поздно проснулся и... как его? Не, слушай, а вот те пиратские сохранения, они работают на, допустим, на лицензионке? Ну, как... Не знаю. Так, опять заново начинать, пиздец. Это... Да у меня, в принципе, и старая осталась, я могу играть и на старой, и на новой. Не, так там пиратка же. На пиратке же там совсем, как бы, ну там косяки-то, как бы, господи.
Ну и косяки там, там без патча. Так, все. Вот, значит, что я тебе хотел сказать. Значит, покажу тебе такой состав. Ну, я такой нубасик, конечно, но другие люди вот таким составом просто выносят. И запомни одну фишку. Допустим, если берешь армянских парусников, им отключаешь автострельбу, да? И они как бы не боятся чужих стрелков. Если, допустим, весь боезапас в них выпустить, убьют 2-3 человека. Ну да, я видел. Да, это такая фишка есть. А потом просто подходят. И смысл вообще стрелков в этой игре, нужно кого противника стрелять. Если ты, соответственно, убиваешь кого противника, входишь в тыл, все это пизда. Сразу там что. 2-3 чаржа, все. То есть стрелки они работают по каре. Или они там как прикрывают пехоту, там, ну что-то такое. Но никак не стрелять по пехоте, это бесполезно. Ну, может, есть польза какая. А, стрелять надо по этим. Вот топоры двуручные, да? Они боятся стрелков. Вот, всякие хускарлы там, прочая борода. А вот те, которые со щитами, они как бы не очень. Да, идут споры, как бы, составы с пиками и составы без пик. Но я тут с чуваком поставил вот эти. Помнишь, сарацинская банда, да? Он меня выносит этими пиками своими, да? Ну и я потом без пик его как бы там окружал. Ну если без пик играть, надо суетиться, бегать, убегать там. Ну не знаю, я без пик вообще не могу. То есть, я понимаю, да. Если это... играешь без пик, тебя просто кавалерия чужая разваливает и все. Да, пиками это как бы простейшее натяжно, но эти задротищи, которые на турнире, они пики не берут. Они просто там отступят, расстреляют эти пики, там, что-нибудь такое, да. Нет, ну я понимаю, что да, там эти пики расстреливаются, они там в основном даже особо не добегают до, да. До врага и все такое, но... Ну они как стрелков, как бы, могут стрелков твоих прикрывать, да? Но там тоже нюансы есть. Если противник возьмет там побольше стрелков, там, ну, в общем, я тебе скажу так. Но на турнирах пики не юзают как бы сильно. Ну, может быть и есть в них смысл. Ну, не знаю. Так, что-то я, блядь, выдвинулся так неправильно. Это неправильно. Так. Враги напали на полководца! Генерал, забыл про генерала. В общем, армянские праздники здесь как бы самая жесть. Так, ага, сейчас меня кого будет чаржить, да? Это интересная тактика. Ну тут я просто хотел. Так. Спасая свою шкуру. Они собирают
Ну хорошая тактика, блин, все генералы все пиздец. Все генералы пиздец. Да, Генка слился, сука. Ну, эти знатные аланские, блядь, вот в натуре неубиваемые. Как самая лучшая кава. У этих сасанидов-то... Сасанидов... Не, меня какие-то убивали очень сильно, какие-то другие лошади, не знаю, какие... То ли гунские, то ли эти. Ну гунские не очень. Вот сасанидов, сасанидов вот эти вот, блядь, Гиана Спар там все. У тебя еще кава осталась, да? Ух ты, я думал, что кава появилась. Да. Я бы понабрал этих долбанных армянских праздников, но они как бы кого выносят. Ну и время надо. Ну ничего себе, да, куда не подрасчитал. Так, что там? Бросают оружие и бегут с поля боя. Да, пикет вообще грамотно. Некуда даже вот атаковать-то, блин. Так, ну что сюда? Сразу пики подбегают и пиздец. Так, тут что? Агафирсы где-то тоже хуй вверх. Сука, аланские всадники выжили. Вот. Они, блядь, 20 человек могут все зарешать на туре. Я пулял по нему. На... Так, эти туре.
Так, и чё, все, генерала не смог убить. Не, ну пики вообще, да, в умелых руках. Так, какие германские пикинеры? Кто там сигналит? Ну, отлично, отлично. Потно, потно. Так, ну-ка еще раз попробуем. Так, алонские всадники, лучники, лучники, пики, блядь, пики, пики, агафирши. Так, убил много. Потерялось и больше. Что же против этого придумать там? Сейчас придумаю что. Так. Эти. Римская экспедиция. Блин, вот с римской экспедиции играл с каким-то чуваком. Угу. Какие-то у них есть эти гуцлеи, по-моему. Но... Вообще они просто какая-то имба. Они и неубиваемые, и со щитами, и с топорами, и там по 200 человек. Каждый отряд не выносил. Есть конные буцеларии. Ну. Что? Есть конные буцеларии, ну, на конях. Калибарии там. Какие-то пешие эти. А, ну да, с топорами есть, да-да. Ну, да, с топорами пешие. Они... Я их и лучниками не мог убить, и мечники очень слабые против них, и вообще... Как по мне, какие-то имбовые солдаты. Мораль высокая, да? Так. Хотя тут много очень таких. Типа всяких вот агафирсов, хускарлов, но... Они такие же мощные, как и другие, но еще и со щитами, и в броне. И как с ними нормально сражаться, я не знаю. Аттила такая сложная штука, вот скоро турнир будет, сейчас посмотрим. Так, а что я сделал, так это я сделал. Блять, сука, дорого все, ну ладно, попробуем. Ну пиками грамотно, у тебя это, знаешь, как это, у дотера реакция, в доту она играл. В доту, ну да, играл, но я не скажу, что ты, тут у меня реакция какая-то есть. Я сам удивляюсь, как я не сливаю каждый бой. Из-за того, что я могу там просто там минуты две на один фланг смотреть и не это, ну то есть не обращать вообще на другой про этот. Ну вот знаешь, всего несколько дней играю, такие успехи, я думаю, если какое-то углубленное углубиться там конкретно, можно и турнир выиграть. Ну, да, в принципе. Турнир, а есть какой-нибудь? Не совсем профессиональный, а... Да, да, есть, есть. Вот сейчас этот закончится, сейчас иду там полуфинал, финал, и будет такой быстрый там, ну, по одному бою, типа фаскап. И в эту субботу еще будет. Ну, я в субботу, если будешь, я тебе напишу. Мне тут написали, пригласили. Mm-hmm. План Виа Милитера проводит. Посмотрим. Виа Милитера, путь войны. Название. Там приблизительно какие там правила? Там, наверное, или 6, или 5 кавалерий. Ну, я думаю, они 6, наверное, делать будут. Ну, самое ходовое 5. Вот идут споры, 5 или 6, но... Все мне там... 4 нравится. Нет, 4 не, как... не, никто, нигде, никогда. Почему-то я не знаю. 4 это уже считается слишком. Почему? Не знаю, мне 4 нравится, потому что контролировать надо немного. Ну, да, солдаты пешком вот, идут, и это... Вот те, которые, значит, знаешь, любят такую игру, как мандавошки бегать, они 6 кавалерий, да, там, типа, выслал пути.
А те, кто вот основная масса, все 5 кавалерий. Потому что и эпично, и комфортно как-то там. Ну, на турнире там идут дебаты. Ну и иностранцы 5 любят. В общем, там каждый свое пытается доказать. Я не знаю. Посмотрим, на чем остановится. Я играю на турнире 5 кавалерий. Мне как-то 5. Лично мне 5 больше нравится. Ну, а Тила же, она же вышла недавно, там и правила не устоялись. Вот Рим там вообще другая система, блядь. Я раньше в Рим там участвовал тоже. Ну, блядь, что-то не могу совсем после Атилы в Рим. Там турниры проводят. Ну, там какое-то все такое. Хуй победит. Не нравится. Так, что там? Так, я расставил. Начинаю. Колебай. А в ромб есть вообще кавалерию смысл ставить? Смотри, в ромб, допустим, против верблюдов спасает. Да, и в ромб ты вынесешь другую кавалерию, но если противник подтянет пехоту, соответственно, там уже другой размер. Никто не бросает тупо кавалерию без поддержки пехоты. А так, конечно, если в ромбе, я вот тестил, ведь я специально для игры купил. Вот, допустим, в ромбе выносит этих верблюдов, потеряв 10 человек, а без ромба могут и слиться. Ромб очень важен, но в связи с тем, что все много юзают стрелков, в ромбе стрелки хуярят. То есть тут надо смотреть, если противника стрелков нет рядом, то... если стрелки, в ромб ставить чревато. Стрелки будут накидывать. Давай. Понял, короче. Ну да, тут, ой, блядь, башка кружится, у меня до сих пор столько нюансов. Где-то маленько закосачил. Вот эти. Особенно я ничего не разобрался со стенами щитов. Когда, что там, как. Стена щитов, вся эта вот борода там. Вот почему растягивает. Вот я смотрю, ты квадратом ставил, это хорошо. Когда квадратом ставишь, тебя кава как бы меньше бьет, да? Но все растягивают, потому что пилумы кидают больше туда. Ну, допустим, ты ломанулся, кава, у тебя куча пилумов летит. А если в квадрате, то пилумы не все как бы кидают. Ну, что-то такое мне так объясняли. Тут еще куча всяких непонятностей, конечно. Так, лучники, германские лучники. О, блядь, элитные эти вообще пикинеры со щитами, да? Бронелые. Да, еще такой момент. Если пикинерам убирать стену щитов, то они... стену копий, то они лучше отбивают стрелков, они щиты выставляют, как бы. А если они стоят копья держат, то их стрелки больше хуярят. Но есть какие-то всякие нюансы. А что-то сегодня лагает, я не понял. Это... Так, наверное, меня надо стрим выключить. Сейчас стрим включен, да? Что за лаги?
А как раз нации в турнирах выбирают? Там каждой бане, допустим, по три фракции. И там на чемпионате России, по-моему, по две. Ну, есть, понимаешь, фракции, которые там пиздец всех заебали, какие-то читерские. Игроки банят каждый по две фракции, и потом сначала один атакует, потом другой, как бы, по очереди. А есть турниры, где пишут плюс в чат, ну, готов, ну, и называешь, какой фракции играть. Там. Такая система. Mm-hmm. Там правила почитай, на русской лиге. Бля, столько, кстати, много всяких этих форумов, где турниры проводят. Сейчас еще какая-то хуйня там появилась. Да? Клан комьюнити там какой-то. Я что-то пиками не научился. Ты просто их тупо ставишь или кликаешь вот так вот. Нет, я кликаю, но они просто почему-то перестают вообще двигаться. Ну как, не могут даже посреди этого почему-то встать. Ну на противника кликаешь, да, как бы. Я, короче. Да, они могут почему-то на полпути вставать и даже не пытаться что-то делать. Не разобрался еще, как пиками воевать. Потому что пики пока сильно в деле я не видел. Вообще, был еще кубок нации такой, то есть каждому как-то там рандомно нация выпадает. Там победили эти юты, короче. Ну, где вот Хускарла Конунга, первое место чувак, и приз там был 3000, что ли, что-то там, ну, выиграл первый приз там. Когда вот игра вышла, блядь, там... 120 участников было, а мне, прикинь, мне достались вандалы, я там участвовал. А они, ну я не знаю, я не умею тиром. Вандалом что-то у меня нихуя не получилось, один бой только выиграл. Ну, блядь, пики с двух сторон, пиздец, на самом деле пики. Какие-то жесть. Пики вот эти, мне кажется, бесполезные. Ну эти, да, какие-то, не знаю, не очень, да? То есть они дорогие, а? И бить. А я расстрелять их не могу, я по ним пуляю, блядь, расстрелять. Они броневые, кстати. Броня 45 там... у них вроде, да, 45 брони. Броня приличная, я не могу расстрелять. Я обычно пики расстреливал быстро, они раз убегают сразу. Это же... Ну эти элитные, как его... После Беласа. Асгодские, которые... Ну, вообще считается, что у пик маленькая мораль, я не знаю, они как бы там начинают... Прикинь, они могут полным составом убежать, допустим, генерал подох, и бывает, что они убегают полным составом. Ну, я бы не сказал, что у них прям низкий, но по сравнению с какими-нибудь солдатами нормальными, вот, типа с фракистками, у них 120 морали. А у этих 63. 63 это, по-моему, тоже не очень мало. Не, ну у тебя, конечно, явный стратегический талант сразу так получает. Вот, вообще скажу, в Total War есть два понятия. То есть кайтинг и раш. Раш это когда тупо ломишься, да, там. Ну понимаешь, раш там, ломанулся, пошел. Ну, да, я понимаю. А кайтинг это, допустим, понабрал всякого говна, копья, поставил в квадрат их.
Они стоят, блядь, а и куча стрелков накидывает. Мне просто, вот как ты говоришь, кайтинг. Мне кайтинг вообще не нравится, потому что, допустим, я брал этих, вот этих элитных равенских, как они называются, арбалетчиков, блистарий, которые. Ну, вот, и они... Ну, да, я понимаю, что ими, типа, можно катить, но, во-первых, у них очень низкая скорость, прям какая-то ультранизкая скорость. Там, по-моему, у них 23 или что-то такое. Ну, во всяком случае, если фундатно пострелять, они 300 фрагов, там, да и 400 делают, там. Не, у меня никогда так не получалось, они делают 80 по самым, как бы... лучшим, но это все равно выходит, что они не окупаются, потому что у вражеского отряда 100, ой, 100, как, типа 120 человек, а они настреливают 80, и стоит 800. Ну вот сейчас, допустим... сейчас вот у меня примерно кайтинговая тактика, но вопрос в том, используют ли по максимуму кавалерию. При кайтинге каву по максимуму, то есть 5, ты вообще 4 кавы берешь, да? Ну это я не знаю, блядь. Ну, я один раз пробовал вообще без кавалерии. Ты смотри, возьму впереди пики, сзади там копья какие-нибудь. Пики там на турнире без ограничения. Ну, подойду, потом пики назад убираю в тыл. Но если у чувака есть кава, он, блядь, начинает вот эти ударки чажить, и бесполезно. То есть без кавы, вот сколько я не пробовал, ничего не получается. Может быть, ты тактику изобретешь вообще без кавы? Это будет интересно. Но у меня не прокатывает без кавы. Сливают. Здесь кавалерия, как бы, это голова всему. И мне вот тоже говорю, кажется, что кавалерия, да, решает. Некоторые хитрые много. Типы прокачивают каву в золото. И берут там какого-нибудь топора, дешевое говно. И вот этой кавой хуярят, и потом подбегают от дешевое говно и добивают ее. Что-то такое бывает. Ну, в общем, всякие. Очень масса тактик, у меня просто голова пухнет, я не определился. Но кайтинг здесь возможен. Вот. Нет, я понимаю, что возможен, но вот единственное, кто, мне кажется, могут нормально настреливать, это вот элитные германские лучники. И то, как бы, не всегда. А баллистарии? Они могут? Баллистарии, ну, они могут, но они, по-моему, очень медленно стреляют. Они должны весь бой непрерывно стрелять, чтобы там много кого-то убить. Ну, так ты для этого, у тебя и есть кавалерия, она противника задержала, отскочила. То есть, пока твои баллистари отбежали, постреляли. Поэтому к противнику надо сразу близко подойти, а потом отступать. Что такое катинг? Отступаешь и стреляешь. Это определенный уровень мастерства, как бы. Да, я понимаю, но как бы враг-то тоже не стоит. Если у тебя твои баллистарии стреляют, то в других-то местах они, как бы, врага больше, и они убивают твоих солдат с большей вероятностью. То есть у тебя получается на одного, допустим, на один отряд пехоты меньше, и баллистарии, они должны успеть застрелить отряд вражеской пехоты до того, как два отряда вражеской пехоты убьют один твой. Кстати, так, вот ладно, пока скажу, смотрю твой состав. 4. Вот все-таки, если бы ты брал 5 кавалерий, ты бы меня напрек, ты бы там где-нибудь этих в тыл бы завел бы там стрелков. Все берут 5 кавалерий. Ну ладно, ты хочешь 4 кавалерий, это твое дело. Это очень странно, ну, очень странно, как бы. Ну, черт его знает. Лучники бесполезно, они дорогие, бесполезно. Есть дешевые лучники с такой же дальностью, вот их надо брать. Или даже у прачников больше убойности, блядь, почему-то, я не знаю. Ну, эти вот с косами, чуваки, правильно. Пики, я же тебе говорю, что опытный игрок, он просто будет убегать и отстреливать их. Хотя у тебя пики много набили, но они мораль низко, они просто убежали. В общем, я тебе скажу так, состав никогда не годится. Так, это, мне надо зайти, я буду смотреть твой стрим, хорошо? Ты будешь стримить, да? Так, включим, да, сейчас посмотрю. Я вообще это скайп пока не буду выключать, подойду, скажу тебе. Ну, хорошо. Микрофон выключу.
В общем, я тебе одно скажу, очень интересные у тебя наработки, я такого никогда не видел. Посмотрим, к чему все это дело приведет. Сейчас тебе еще ссылку скину на форум, где турнир-то по Зискону. Так, где он у нас? Вот он. Там залогинься пока что. Потом, когда он начнется, я тебя запишу. Так, где? Вот сюда. Так, вот это вот один. Сейчас еще скину, где у нас еще будет. Есть еще какая-то там республиканская арена. Сейчас. Есть иностранные, но, блядь, с иностранцами я мне что-то мне надоело, блядь, с ними. По-английски. Ну, есть переводчик, конечно, блядь. Ну, как-то бывает, я надо захожу. Но... Так. Особенно, кстати, а кто-нибудь использует этих копьеметателей? Да, их используют, если ты играешь с скандинавскими фракциями, там без копьеметателей. Там играют, там нет кайтинга, там раш, то есть вот эти, Хускарл и Конунга, да? Берут вот этих чуваков с топорами, впереди бегут эти копьеметатели долбанные. То есть, когда идет сразу на сближение, то есть, ну, нету там перестрелки, там тары-пыры. Они подбегают и накидывают там и кау, и вот эти вот эти конные ярлы потом берут там 4 конных ярла и еще какой-нибудь один отряд. Эти конные ярлы так, они так долго держатся. Вот я тебе говорю, когда-то фракция выиграла вот эти вот, где Хускарла Конунга, как они, юты или? Юты. Да, да, эта фракция считается мега имбовая, поэтому игроки практически часто банят. И банят сасаниды очень, сасаниды считаются очень сильными. Что касается гуннов, видал у гуннов, как состав пехоты, как у тебя вчера бомбанул? Да, я просто охренел, их какие-то у гуннов бомжи пехоты, моих легионеров почикали просто как... Да, у тебя были там элитные какие-то доместики, но гуннская пехота выносит все, но... Она боится кавы противника, как бы кава ее топчет, там, стрелки их пуляют, как бы. Но они, у них ближний бой высокий. Но они боятся арбалетов, допустим, там, чего-нибудь такого. Ну, пики они тоже боятся, да. На пиках они повиснут там сразу. В общем, гуны такая очень мощная, но для них есть противоядие. Сасаниды самые мощные. И вот эти аланы, вот аланы. Аланы это просто пиздец. Я тебе скажу. Ну, в общем, это, ладно, я отойду, микрофон выключу, скайп не буду включать. Может, там кто, Брежнев подойдет еще. Это, я сейчас, тут один чувак тоже, напишу ему, надо, чтобы с ним сыграл. Ты, ну, посмотрим, который турнирный игрок, если он появится, я тебе сообщу. В общем, давай, я микрофон врубаю, стрим твой смотрю. Давай. Хорошо, ну, а как, можно как-нибудь сделать, чтобы почаще кто-то заходил, или это просто от времени зависит? Ну, смотри, у тебя название хоста 4 кавы, да, 4 кавы никто не пойдет, турнирные игроки пойдут или 6, или 5 кавалерий, сильные игроки. Поставь название игры, допустим, 5 кавалерий, 4 самые, тогда будут хорошо, ломиться. Хорошо, давай сделаем 5. А ты знаешь, я сегодня сижу уже 4 часа, у меня все башка, так у меня постоянно заходят. Может быть, как сказать, сегодня какой день там, ну, выходные вообще народу много. В общем, я тебе скажу, проблемы нету с тем, чтобы как бы заходили. Но если слишком долго никто не заходит, может и компанию играть, а попозже там включаться. Да, есть определенный пик такой времени, когда ну, начинает там толпа заходить. Я точно не знаю во сколько, но пока что сегодня ко мне нормально заходили. Ну ладно, давай. Смотри твой стрим.